песни. Так. И прямо сейчас, да. Нежданчик, нежданчик. Я не вижу вас, стадионы. Правильно, потому что мы это телевидение. Как... Собственно, ага, суть всего нежданчика. Вы видите меня, стадионы. Коля будет петь свою песню, но чтобы ему не было слишком просто и скучно, мы будем давать ему задание в стиле кого он должен исполнять свое произведение. Итак, музыка, пожалуйста. Минус. Все вживую. Прямо сейчас. Поехали. Сделайте мне громче музыку. Пожалуйста. Можно? Спасибо. Спасибо. Давай, давай. Я тобой пьян. Мне не надо другим. Мне бы градус не сбить. Не хочу понижать. Там, где стыд, там погода такие. Идущие новостей. Можно жадно глотать. Что за дела? Сердце бьется так странно. Пропускаю удары. Один за одним сорвать бы с тебя. Сергей Зверев. Чуть погаснувший нимб, зная, ты достойна самых лучших моих. Мазерат Кабале. Как мокасины. Второй, иди сюда, садись. Ты завтра проснулась, отличный мужчина. Сегодня засну с тобой. Парни, как мокасины. Левый мужчина с французским акцентом. Проснулась, отличный мужчина. Я сегодня, сегодня засну с тобой. Как на вашем языке будет? Тобой. Сергей Безруков. Я не могу петь, я думаю о родине. Хорошо. Григорий Лепс. Что за дела, сердце? Пья! Так странно. Андрей Аршавин. Я должен не попасть ни в одну ноту, и я так и сделаю. Макасины левый, каждый второй. Алла Пугачева. Я ухожу со сцены. Алла Борисовна, стойте, подождите. Вернись, Сергей Лазарев. Я на корпорат. Сережа, вернись. Блин, мальчик на американских горках. Засну с тобой. Джигурда. Сейчас зайдет моя жена. Она будет здесь рожать. Стоп, стоп, стоп! Главное, продолжайте снимать. Главное, снимать, продолжать. Зе Коля! Парни, как мокасины. Левый, каждый второй. Чтоб ты завтра проснулась с отличным мужчиной. Я сегодня засну с тобой. Парни, как мокасины. Левый, каждый второй. Чтоб ты завтра проснулась с отличным мужчиной. Я сегодня, сегодня, сегодня засну с тобой. Я засну с тобой. Вот уж нежданчик, так нежданчик. Давайте бегать из шума. Я всегда с женщиной и ухожу в номер. Я так подумал, ребят. Так, ну программа у нас прям... Минус заяц плюс еще один конкурс. И пока мы ищем ту гостиницу, куда потащил сейчас человек. Да, вот. Короче, заяц сломан. Я быстро справился. Студия сломана.